По версии журнала People, 16-кратный лауреат премии Грэмми Бейонс Ноулс является самой красивой женщиной в мире. Также 30-летняя певица обошла в топ-листе главных красоток планеты таких признанных красавиц, как Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, герцогиню Кембриджскую и Дженнифер Лопес. К слову говоря, последняя год назад возглавляла этот же список. По мнению авторитетного издания, Бейонс является иконой стиля и образцовой матерью. Напомним, что в январе этого года у поп-дивы и ее супруга Джей-Зи родилась дочь Блю Айви. Сейчас я чувствую себя красивее, чем когда-либо, так как подарила Земле еще одну жизнь. Я никогда не чувствовала настолько сильной связи с этим миром. И как только дива успевает справляться с материнскими обязанностями, выступать на публике, да еще при этом оставаться иконой для тысяч. Впрочем, на то она и звезда, чтобы соответствовать своему статусу. Похоже, Вики Бекхэм не думает покидать Поднебесную в ближайшее время. Прошла всего пара-тройка дней с тех пор, как она презентовала свою версию автомобиля Range Rover Evoque, и вот вновь представляет на суд покупателей свое видение красоты. На этот раз ничего удивительного. Porsche Spice выставила новую линию одежды в Гонконге. В целях продвижения своей торговой марки в Азии экс-поп-звезда посетила коктейльные вечеринки, где познакомилась с потенциальными покупателями, которые помогли ей как можно скорее достичь в регионе желаемых успехов. Весенний образ женщины для вечной перчинки представляется в элегантно облегающих тело тканях различных оттенков.